Давайте поговорим об актуальных событиях, потому что то, что происходило в фильме, мы с вами уже долго об этом говорили, и тот, какой был принцип у маневра обмана Рейгана, все это происходило в 80-х. Сейчас мы не в 80-х, но все методы, которые мы применяем на Украине, все те же. Это способ, чтобы испортить отношения между Россией и Китаем. Этого многие не понимают. Украина, в конце концов, будет принесена в жертву, как это должно было случиться с Германией в случае X. Ведь Путин потому такой злой, потому что в 2006 году подготовлен уже при Ельцине законопроект, что вся российская энергетика попадет в руки американцам, все уже было готово для подписания, и Ходорковский участвовал в подготовке, что все крупные российские фирмы, Роснефть и другие, они все должны были быть проданы. А Путин это остановил и сказал: послушайте, это вопрос национальной безопасности, и это можно понять. Нам нужны технологии, и если западные фирмы участвуют в добыче, то у нас должно оставаться 51%. Процент акций. Он американским элитам и немецким элитам, ведь там участвовали не только американские элиты, он им помешал сделать задуманное. Как вы думаете, пытается ли сейчас попытками дестабилизировать и помешать росту России? Путина в России считают человеком, который восстанавливает Россию, а Горбачёва так, к примеру, не думают, и что теперь его хотят убрать, и что люди в Германии это поняли. Я не знаю этого наверняка. Советую почитать крупные политические издания. Вместо Шпигеля или Süddeutsche. Там можно об этом узнать больше. Есть также много интервью, которые можно послушать, что они там говорят. Всегда имеет смысл рассматривать глобальный ход развития событий, о которых очень редко упоминают. Таким глобальным развитием является, к примеру, то, что Европа с 1960 года примерно половину своего населения потеряла из-за вымирания. Мы вымирающий континент и больше не имеем значения. А тихоокеанские регионы, где строится будущее, это все. Там самый большой рост экономики, за исключением Африки, где тоже будут изменения. Но центр мира перемещается в сторону Китая. И если рассмотреть идеи Путина, которую я нахожу очень интересной, евразийской экономической зоны, интересной для нас, можно сказать, для нас, от Лиссабона до Владивостока. И это также и экономические интересы. Это интересует не всех, но с экономической точки зрения это очень интересно. Но это не в интересах США. Большое новое противостояние — это сейчас противостояние Америки и Китая. Конкурент в борьбе за мировое господство ведь не Россия, это Китай. И я считаю, что если есть желание, то информацию об этом можно найти и прочесть. Значение России сокращают посредством конфликта на Украине, и Европу этим тоже занимают. Важными все еще являются морские пути. 90% товарооборота происходит по морю, и европейцев нужно чем-то занять на земле, чтобы они не вмешивались в морское сообщение. Ведь Англия из-за преимущества в море, к примеру, правила 100 лет. И это и есть цель — уменьшить влияние Европы и России, чтобы освободить силы для противостояния с Китаем. Как вы думаете, это у них получится? Я надеюсь, что нет. Ведь Путин сейчас встречается с китайцами, и они работают над новой, подкрепленной золотом резервной валютой. Это означает, что китайцы все же не заинтересованы, чтобы им достался доллар в наследство. Ведь резервная валюта делает проблемы тем, кто ее печатает, ведь это практически долговые бумажки. Считаете ли вы, что Америка, так сказать, не сможет реализовать этот план, потому что Германия немного сходит с курса? Россию не получается поставить на колени, несмотря на то, что они там делают на Украине. Путин не делает ошибок, он не едет в Киев на танках. И это вовсе не в наших интересах. В наших интересах происходящее по-другому завершить. И не нужно быть фанатом Путина, но потому что он делает, видно, что это классическая геостратегия, и поэтому это хорошо понимает генерал Куят, то, что там происходит, или Киссинджер. Люди с реальной политики тоже это хорошо понимают, что там происходит. И это не иррационально, это вовсе не сумасшедший. С ним можно вести переговоры, и это в наших интересах об этом вести переговоры. Das ist unser Interesse, das zu verhandeln. Also das heißt, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns von diesen
Я думаю, что пришло время, чтобы мы от этих американских интересов освободились и сказали, что это нам невыгодно. Это не означает, что нужно стать врагами. Но из моего опыта работы со всеми этими вещами, понимаешь, что такие люди, как Барр, Пальме, Брандт, и тут не надо углубляться в какие-то невероятные политические теории, эти люди разработали методы, как обходиться с такими конфликтами. И у нас есть методика, по которой нужно действовать в такой ситуации. И эта идея выйти из этой конфронтации, выйти из этого конфликта, сломать спираль насилия. Именно так. Все эти методы разработаны, чтобы конфликты сократить, что войны нужно действительно запретить. Посмотрите на Ливию. Гуманитарная интервенция. А теперь десятки тысяч людей тонут в Средиземном море. Потому что мы там оставили абсолютный хаос после так называемой гуманитарной интервенции, где до этого был, может быть, и сумасшедший глава, но с медицинской системой, женщинами в университетах и так далее. Может быть, это было вовсе и нехорошо, но то, что мы там наделали, это катастрофа. И, конечно же, Ирак, Пакистан, Афганистан, что это все дало? То, что мы взрастили исламское государство, мы создаем. Эта борьба против терроризма создает себе же врагов. Все это неудачные попытки. Можете ли вы назвать это провалившимися попытками, или может это специально там организовали хаос? Если империя стала такой огромной, что она уже не способна руководить на границах империи, то нужно создать такие условия, чтобы другие тоже это не смогли сделать. Тут можно посмотреть на то, как англичане пытались управлять Индией. Это же всегда проблема, когда у тебя империя, которая слишком растянута. Англия тогда не способна была тем количеством солдат, которое у нее было, ее занять. Кстати, и во всех планах в холодной войне американцы это не раз проверяли. Они могли бы победить Советский Союз в ядерной войне, но они не могли захватить территорию страны. В этом-то и проблема. Они могли бы победить врага, но страна настолько огромна, что там 10 часовых поясов. Ее невозможно всю захватить. Это большая проблема с Россией. Там все теряется вдали. Это было с Наполеоном, Гитлером и со всеми следующими тоже. Это не сработает. Индии правили по принципу «разделяй и властвуй». Различные регионы натравливали друг на друга. Я рассматриваю это со своей точки зрения, но если я смотрю на Северную Африку и слышу, что говорит этот генерал с 5 звездами, 7 стран за 5 лет, то это тот же самый метод «разделяй и властвуй», как и метод англичан в Индии, где они пытались Индию и Афганистан, кстати, тоже, Месопотамию тогда снова взять под свой контроль. Я не думаю, что это только преднамеренно, но там многое идет не по плану. У них это больше не получается. И у Америки с этим большие трудности. Американские военные симулировали различные ведения войн, и они поняли, что в реальности они этого не могут сделать.